Так, всем добрый день. Сегодня у нас необычный обзорчик на достаточно старый сканер Canon Late 25, который поставлялся еще в 2006 году, ну и предназначен для старых операционных систем, а именно для XP и Vista. Но и по настоящее время, то есть данный сканер актуален, и можно его использовать и с современными операционными системами, так, с Windows 7, 8, ну и 10. Как это делается, чуть позже в этом же видео я покажу и расскажу, как установить, и чтобы Windows последних версий нашел ваш драйвер данного сканера, причем родного, ну и работал с родным программным обеспечением, а не искать на стороне какие-то другие программные обеспечения. Так, что из себя представляет, то есть предназначен он для сканирования максимум листов 4 формата, можно и меньше, то есть оптическое разрешение 1200 на 2400 dpi, ну и сканирует где-то на разрешение dpi 600 лист 4 формата в течение 16 секунд. То есть поставляется, есть еще вторая модификация, в то время поставляла 60-я. То есть единственное отличие, то есть, ну, там больше было кнопок, имеется в виду на передней панели, благодаря которым можно было нажать и получить быстро тот результат. Там было 4 кнопки, здесь 3, и плюс еще установка была, там подставка, чтобы установить, например, этот сканер на ребро. Здесь в этом случае, то есть устанавливается непосредственно в горизонтальном положении для того, чтобы сканировать. Так, помимо сканера еще поставлялась вот документация, ну и поставлялся кабель. Да, интерфейс подключения здесь старенький, USB 1.1, ну и поэтому скорость сканирования очень большая. Ну и питание осуществляется непосредственно с этого кабеля. То есть, ну, то же самое сейчас, чуть позже видео, мы увидим, как это все осуществляется, сканирование, ну, уже в современных системах программного обеспечения на Windows 10. Так, ну и были краткие руководства, характеристики. Ну и вот раньше поставлялись CD-диски, на которых была записана инструкция по эксплуатации более полная, ну и программное обеспечение и драйвер данного сканера. Причем, да, кстати, касаемо современных систем, то есть на 32-битных Windows без проблем, а вот на 64-битных, то есть драйвер исходный не виден. То есть, ну и чтобы его увидеть, нужно произвести некоторые операции и действия, не очень сложные, которые мы увидим в этом видео. Так, что можно было, то есть открываем крышку, здесь стандартная каретка, благодаря которой сканируется ваш лист. То есть можно использовать различные листы для сканирования. Плюс еще удобно то, что этот сканер, то есть если у вас достаточно большая книжка, то есть при помощи крышки можно поместить книжку любого объема, ну и осуществить сканирование при помощи вот этого механизма, который в углу у нас расположен. В настоящее время идут версии вот этих сканеров сотина и 220, по-моему, аналог. Ну, единственное отличие, там немножко больше оптическое разрешение, практически в два раза. То есть если здесь было 1200 на 2400, то там 2400 и 4800, соответственно.
то есть немножко больше. Вот, ну и еще есть здесь программное увеличение разрешения до 16 тысяч. Ну, как правило, им не пользуется достаточно оптического решения, то есть он достаточно простой, то есть любые документы, картинки можно отсканировать, ну и в результате получить цифровую версию, с которой можно произвести все необходимые действия с этим сканером. Вот, ну и скорость тоже увеличивается не намного, то есть если этот 16 секунд сканирует, то те более современные, то есть ну, от 6 до 10 секунд. Вот, использовался он достаточно нечасто, но иногда требуется отсканировать какие-то документы, а не сфотографировать их. То есть приходится использовать вот этот вот сканер. Так, ну и сейчас давайте перейдем уже в интерфейс Windows и более подробно я расскажу, как осуществляется установка драйверов, ну и программного обеспечения на современный Windows 10 для 64 разрядных систем. Так, итак, у вас есть, например, старый сканер Canon Late 25, и есть современная система, например, вот Windows 10, то есть обнаружена. И написано, что, к сожалению, не поддерживается. Ну, я сразу же хочу сказать, что и на Windows 7 64-битная система тоже не поддерживается. Поэтому ищем Vista. Так, ну и вот здесь вот выпадают отдельные драйверы вот на русском языке и на английском языке. То есть, какое вам необходимо, на русском либо на английском, скачиваете при помощи вот этой кнопочки. Загружаете себе на компьютер. И еще вам понадобится Toolbox Canon. То есть на русском, либо вот есть немецкий, английский. Ну, я думаю, что лучше на русском языке. То есть для русскоязычных, для всех остальных, то есть есть и другие языки. Скачали. У меня просто это уже скачано. То есть есть папочки. Туда же английская, русская версия. И непосредственно Toolbox. То есть он поставляется, раньше поставлялся в виде дискет размером 1,44 мегабайта. Ну, нажимаете Setup и устанавливается у вас этот Toolbox. То есть это я все проделал. Вот здесь вот у меня и они и есть. Вот Canon Toolbox 4.9, благодаря которому и будем пользоваться. Так, как только установили Toolbox и драйвер, то есть нам потребует вас перезагрузить вашу систему. Ну, можете перезагрузить, либо пока не надо, и делаем следующую манипуляцию. То есть нажимаем правой клавишей на мой компьютер. Вот, появляется у вас система. Специально я открыл. То есть, кто не верит, то есть стоит вот десятка домашних, 64-разрядная операционная система. Теперь вам нужно нажать вот дополнительные параметры системы. Высветится вот такое окошко и нажать переменные среды. Так, и в нижней части, вот здесь вот, нужно вам найти, ну, там типа путь, пас по-английски. Так, вам нужно нажать клавишу создать,
у меня просто создано. Я нажимаю изменить и набрать следующую строчку, то есть здесь вот следующую, то есть C, двоеточие, наклон, о чем-то Windows, ну и указать драйвер сканера, где находится, в каком, в какой папочке. Все, вот это достаточно, нажали ОК, я отмену нажму. То есть эта строчка присутствует. Дальше вам нужно что сделать? Соответственно, перезагрузить вашу систему, чтобы эта строчка начала действовать после запуска. Так, сейчас я вот подключил сканер, то есть это я все проделал. Так, специально найду. Canon Toolbox, то есть он свободно работает. Так, нажимаем параметры, ну и как видим, то есть, ну, здесь можно задать свои кнопочки. Так, ну и сканер десятки, восьмерки и семерки, 64 разрядный, без проблем определяется, ну и начинает функционировать. То есть ту надпись, которая была написана о том, что, к сожалению, ваше устройство больше не поддерживается, можно игнорировать. Так, ну и чтобы проверить работоспособность, то есть воспользуемся вот этой кнопочкой. Так, ну и сохраним, вот здесь вот путь указан, либо свой можете указать. То есть 30 точек, 4 формат, а 4 формата цветной. Ну и давайте нажмем. Так, ну вот мы видим, отсканированный вариант, то, что находилось
внутри сканера Canon Lay 25. То есть вот такое цветное изображение. Дата совпадает. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно. То есть, удачных покупок и безотказной работы с современными системами Windows. Ну и до следующих обзоров. До свидания.